Волшебное утро, 7 утра. Спал я прямо вот здесь в палатке. Просушил ее, дождя не было. Так, палаточку убрали, собрали, солнышко встает еще выше. Они уже, мои товарищи, планируют какой-то день. Будем провечер. План на день мероприятий. У нас завтрак. Рис, омлет и тесто. Платано? Платано. И банан. Платано и huevo и чича. Очень сладко. Все, я поддался течению. Остался сегодня в гостях. Он мне говорит, бамос куда-то. Я говорю, бамос куда-то. Вот мы сейчас идем. Поселок 20 тысяч населения. При этом он какой у них стадион, поле с трибунами. И там вот то, что вечером мы проходили, светилась еще площадка. О, люди пришли побегать, и вон гуляют. Ну и чтобы было спокойнее, что это не какое-то село, очень богатое. Вот сворачиваем с основной трассы немножко в переулочек, любой. И все. И нет асфальта. Вон где я. Так, вот мото такси поехало. Вот еще, они в желтых жилетках. Полный, вон еще один едет, полный поселок, мототакси, стоит, сейчас скажу, одна, сколько это будет у нас, 1/6, ну, можно сказать, 20 центов, вот, 1/6 доллара, вот еще один едет, в любое расстояние по городу, по поселку, стоит 1/6 доллара. Зеленая панела. О, си панела. Так, панела. Вот еще мото, короче, не везде. Панела — это то, что делают из сахарного тростника. Помимо сахара, здесь не сильно на сахар налегают. Они на... Это супер? Си. Ну вот он как типа в сахаре. Вот, но вообще рафинируют его, вот вываривают в такую вот штуку. Вот сколько мототакси, прям везде. А quanto cuesta tuk-tuk? 700. 700, ага. Полтора раза дороже, почти. Вот, если мототакси стоит 500 песо, то этот стоит 700 песо. Кладбище в поселке, por favor, на 20 тысяч населения. Вообще ландшафтный дизайн какой-то, кустики выкладывают. Пожалуйста, урны. В поселке на 20 тысяч населения. Кесто? Se llaman osarios. Это uno gente? Uno gente, uno gente. Я говорю, один человек. Como se llama? Osarios. Osarios. Это называется osarios. Ven por acá. Наверное, нельзя по газону было ходить или что. Ого, как их много. Их, наверное, кремируют, надо спросить у него. Как там? Сейчас спросим. У меня есть переводчик. Un momento. Yo quiero preguntar. Я хочу спрашивать. Вот и расскажу. Премьеро. Премьеро. Фуэго. Си, фуэго. Си. Después, aquí. Aquí. Este es mi padre. Ага, esto tu padre. Так, не, ну вот смотрите, какие кладбища. С ландшафтами, все разукрашено. Конечно, здесь спать не страшно, как я это делал в Мексике. Но в Мексике было немножко другое, но тоже не страшно. И многоярусность позволяет сэкономить место. И вот играться с ландшафтным дизайном. Ну, Алехандро не теряет случаем похвастаться, что я приехал к нему, я его друг из Украины. Вот еще с другом познакомились, чипсы жарит. Vamos a comprar y ya venimos a... Okay.
воскресенья очень много приезжает туристов из Штатов. Вот, поэтому здесь меня тоже воспринимают с моей внешностью за штатовца, ну и пытаются назвать соответственно. Но не обидно. Él es mi sobrino. Mucho gusto. Le gusta mucho la moto. Pero yo soy blanco y negrito. Sí. Вот, ну и сегодня мы пойдем, у нас будет какая-то... Las gitanas. Сегодня у нас будет программа, ради которой приезжают сюда туристы в воскресенье. Так, мусор убрали. И поехали по городу дальше. Мы ходим, все знакомимся. Ellas son mi amiga. Mucho gusto. Ellas son... Pero ella es pelearinga. Me pelea mucho. Él está hospedado en mi casa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué anda haciendo por acá? Él es mi amigo. ¿Y puede hablar español? Sí, cositas. Muy poquito. ¿Sí? Yo hablo ruso-ucraniano. Él es de Ucrania. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué hace acá? ¿Qué vino a hacer acá? ¿Qué haces acá? ¿Estás en mi casa? ¿Bonito? ¿Bonito? En mi casa, ¿no? Sí. Y comido bien. ¿Ha comido bien? Sí. ¿Qué? Bueno, de verdad, soy yo, pues allá. Vamos. Mucho gusto. Adiós. Ya. Короче, торчат, они что-то шутят друг с друга, ну и с меня, и мне попадает. Я надеюсь, что я когда-то, через несколько, много лет, когда выучу испанский, буду пересматривать видео и наконец-то пойму, о чем они с меня шутят. Только что был у меня звонок с Ираном. Классно. Это просто меня иногда спрашивают, поддерживаю ли я связь с теми людьми, с которыми знакомлюсь в дороге. С некоторыми реально да. Вот, ну сейчас, например, с иранцем поговорил Хабиб. Обещает все ко мне приехать. Так, ну и что? Говорит, давай заходить. Ну раз давай, так давай. Ella es la mamá del que va a ser gobernador de Pasto. Gracias. Sí, no, en mi casa hospedado. Sí. Bien. ¿Le gustó o es aquí? Aquí sí. Sí. Bonito, caliente. Sí, sí, bien rico. Clima. Clima. El mejor clima del mundo. Sí. Ajá. Sí. Por Discovery Channel está. Claro. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Nos vemos. Говорят, mejor clima todo del mundo. Типа, самый лучший климат во всем мире. Они уже не первый раз это говорят, но... В Колумбии первый раз я такое слышу, но вообще по миру я уже такое слыхал. Про многие места так рассказывают. Но я тоже говорю, что на самом лучшем климат. Это нормально. Каждая лягушка хвалит свое болото. И это нам очень сильно понимаешь, когда путешествуешь. И у всех есть самая священная центральная мировая гора, какие-то там сверхъестественные места, центры истории, начало развития вообще всего человечества и всего-всего-всего. Это везде. Так, все, меньше шумим. Мне нравится в церквях запах свечей. Но здесь ладана не так слышно, как у нас. Вот что-то есть похожее. Ну, со свечами вкусно пахнет. В мечетях при этом запах другой, и в буддийских темплах тоже другой, отличаются запахи. Но везде вкусно пахнет. Хорошо, точнее. О, смотрите, интересно, это для нас это как-то дикость. Какой-то ангелочек белый, но я уже не первый раз вижу. Это не Иисус, бывает, Иисуса черным изображают. Вот Иисус, но он хотя бы здесь белый. Дори.
se llama? Дори? Дорис. Дорис. Me llamo Руслан. Санелла. А кого сам? Доми Васильевич. Меня зовут Рика. И Аббаби. Чуть меньше доллара одна штучка такая стоит. Gracias. Все, так на карандашик можно взять, хотя у меня какая-то у них тут своя процедура. Опа. По соседству зашел в магазин, купил, а деньги, видно, потом занес. Это туфинка? Sí. Спрошу твой огород. Las gallinas. Míralas. Las gallinas. Pollo? Sí. Ну, курица, да. Во! Йосе. Угу. Вон и сколько можно собирать. Вот и такие небольшие. Кому се яма? Мисперос. Мисперос. Не получилось, как хотел. Вот и канализация выходит. Сейчас попробуем сделать немножко мохнатый. Вытираем. Вот и выпало. Вот такие косточки крупные внутри. По вкусу. Ни на что оно не похоже. Но не ярко выраженный вкус. Нету ничего такого букета, прямо какого-то экзотического. Там дело вкусное. Маленькая индианка. Ребята, тут и суеверия, и иконы, и подковы. Живут вообще вот так вот скромненько. Да, мы просто сидим, наверное, отдыхаем, время коротаем. Наверное. Вот так вот проходит жизнь колумбийская. Так. Меня девочка пригласила куда-то. Еще и девочка за рулем. Вообще огонь. Так, штука закрывается. Все, мы в тук-тук едем. Слушай, девочка молодец за рулем, который она ухаживает за своим этим. Все работает, приборы. Я понял, что мы едем в школу. Эсковар? Едем в школу. Зачем? Не знаю, какая разница. Сейчас разберемся. В Колумбии в школу заехать тоже нормально. Вот так вот я куда-то иду. Почему девочка так красиво оделась, не знаю. А, вспомнил, как зовут. Валентина. Валентина. Точно, как я мог забыть? Просто так много уже имен они мне назвали, которые схожи с нашими, что я забываю. Так, полшколы теперь на нас смотрит. Надеюсь, это была ее цель. Хотя бы что-то такое. Так, прозвонил звонок, и все родители пошли. Забирать детишек. Давайте, проходите. Мы когда пришли, там какие-то одни дети уходили, разобирались сейчас совсем других. Вот, понравилось, что возле школы стоят, продают манго, натертое мороженое и там еще один. Сок, подожди, у нас что, линейка какая-то или что? Что-то все-таки... Так, что
что у нас? Так, давайте, как дети выходят? Мне же самому интересно. О. И? Так, учитель видит родителей и отдает. Есть, ага, по списку. А вон наша малая. Vamos. Ну, естественно, так нарядившись на каблуках и на всем остальном, мы домой пешком идти не можем. Поэтому мы ездим на... Ждали мототакси. Aquí. Все, ну тут нам недалеко идти, за поле буквально. Но, знаете, я считаю, что это вот такие нюансики жизни в провинции, когда при каждом случае хочется вырядиться. И это круто. Обычно это там в церкви здесь, особенно у католиков, это по воскресеньям церкви и повод вырядиться. Ну, а здесь в школу сходить. Поэтому, правда, мы еще по полу города с ней, села, прогулялись. Ну, чтобы обратили внимание, наверное, на нее больше, чем на меня. На меня и так смотрят. Так, мы пришли. Это священнослужитель. Си? Это как бы такой храм. No, cuando venimos así en fin de semana, hay compromisos personales. Son los primeros viernes. Sí, todavía faltan algunas. Нормально тут эти церковники живут. Бассейн с таким-то видом. Ай-яй-яй-яй. Слушайте, кажется, сюда хочу. За $15 завтрак, обед, бассейн, вид. Блин, да я сюда хочу. $15. Это... Не, ну на $15 я зато здесь покушать могу круто в ресторане. Хотя здесь и так два раза покормят, давайте посчитаем. Я говорю сейчас, вот стоит этот 50 тысяч этих песо. Завтрак, обед мне в любом случае минимум 10 станет. А то он не станет, он выходит все равно 12-15. 50, вот уж тебе уже 35. Плюс за бассейн-то все равно там какие-то денег, если где-то захочешь поплавать, ну заплатишь там, пусть это будет дешево, 5. Хотя я думаю, за 5 ты не ешь, ну пусть будет 5. Вот тебе 30, за 30 тысяч. Знал. Это типа, ну не усадьба, как это, короче, здесь живут священники из города Паста, который находится отсюда километров, наверное, 60-70. И каждое утро они мотаются типа туда и сюда. И сегодня остановиться нельзя, потому что она полная, ну теоретически когда-то бывает. Вот это вот цена. Я у него спрашиваю, когда там типа, ну, думаю, да ладно, заплатить с таким бассейном. И он хоть раз обиделся, говорит, тебе что, у меня дома скучно? Я такой, да не, все. Говорит, все, если хочешь оставаться у меня, типа сюда нет, а хочешь бассейн, просто придем поплаваем. Вот так вот. Слышали когда-нибудь, говорят, ты как будто бы из курятника. А видели когда-нибудь курицу из курятника, которую можно сказать, ты из курятника? Вот как она выглядит. Что это с тобой, курица?
Вот это была курица из курятника. Смешная. Вот это нормальный петух карликовый. Закончили мы свой затяжной, трудный, долгий подъем. Фух, что-то я уже к этому виду очень привык. Хотя я сейчас понимаю, что мне надо его запечатлять. Я столько красивых гор проезжал в разных местах. Сейчас понимаю, что вот только в памяти они у меня простреливают там такими яркими картинками. А фото и видео у меня с тех мест нету. Сейчас попробовать понять это состояние, жить в Колумбии, в горах. Вот примерно, для чего я здесь останавливаюсь, для чего я путешествую, помимо всего прочего, чтобы, ну, попробовать прочувствовать то, что чувствуют местные. Понятно, что, дай бог, там 0,01% этого прочувствовать. Но хотя бы, когда они иногда вот так вот гуляют, они смотрят по сторонам. И вот когда ты колумбиец, и ничего кроме Колумбии не видел. Тут многие такие столицы не были. В принципе, только вот это все видят. И когда я им показывал, вот он, например, товарищу показывал картинки из Украины, из Одессы, они просто в восторге. От Одессы они там, рынок привоз, они там тоже вообще обалдевают. И когда я им рассказываю, что в Украине всего лишь чуть-чуть горы, все остальное ровно, они прям не верят. Показываю им Одесское побережье морское, они тоже прям влюблены в него, влюбляются с первого взгляда. Ну и для них равнина — это что-то такое необычно прекрасное. Так же, как я вот реагирую на все эти горы. Вот вы говорите, легко, да, путешествовать? Познакомился с человеком и подарил мне. Я кольца не ношу. Вот в чем фишка. Им вечно как-то надарят что-то. Ну, будет повод кому-то передарить, походу, потому что, ну что это? Ну, он говорит, что это символ интеллигенции, мудрости. Так что я теперь мудр. Я еду, у меня штучка болтается еще, которая с Сальвадора, которую мне Алекс, кстати, подарил. Вот, и вот Алехандро мне такую штуку подарил. Сова. Так, ну и мы сейчас, у нас сегодня вообще вечером по плану дискотека, диско. Ага. Но сейчас мы просто гуляем, идем в какую-то семью друзей. Вечером, кстати, солнце, когда меняет свое положение, горы принимают совсем другой вид, очертания. Ну вот, пожалуйста. Красивый городишко, разноцветные дома, такие спуски, подъемы. Вот цена за такие виды. Не знаю как. Товарищ понял, что кольцо я намерен где-то подарить, передарить. Сказал мне, это только для тебя. Окей? Okay. Buenas tardes. Серьезно? Донде. Донде. Я увидел балкон. Си, claro. Говорит, там мой дом. Так, ну и мы, конечно, зашли в панадерию, просто чтобы выпить напиток. Я сейчас из овсянки, который делается. Como se llama? Avena. Avena. Ну, avena переводится как овсянка. Con leche? Sí. Ага. Молоко и очень, как на кисель похожий. Так, при этом давайте по булочкам пройдемся. Торты — это вообще здесь отдельная тема, она, как обычно, дорогая. Надо сейчас цену где-то спросить, надо. Ну, сейчас девочки освободятся, я цену поузнаю. Булочки разные, сладкие, не сладкие, безе. А, нет, и не безе, ну, это типа пончики в безе. Cuesta esta? 25 миль, это, короче, почти 7 долларов, получается. Нет, 25 по 3, 9 долларов. Ага, claro. Фотография contigo. No problema, sí. Esto, cuánto cuesta? 1300. Ага, тоже чуть меньше полдоллара. Esta? 1500. 1500, это полдоллара. Esta? 1300. Или тоже чуть меньше полдоллара. Вот такие вот цены. Pero
No te preocupes que aquí nos rebajan. Си, да, надо выделить это, потому что грязновато было. Ничего себе, нормальный такой тут вот. Мне ж прям нравится. Он у нас? Приключенный, да, я прям рад. Так, доброе утро. О, Валентина в школу идет. Опять у нас рассвет, горы. Ya nos veremos. Vendrá otra vez, ¿no? Ya nos estamos comunicando por WhatsApp. Sí, claro. Chao. Chao. Суббота, но учится. Вот, это наш завтрак. Рис с овощами, яичница и булочки к Эсто кафе. Я не пью кофе, но они его здесь реально делают слабым, не крепкий, с этим, с молоком. Получается мне вчера был слабее, но все равно слабенький. Чтобы вы крепкий пил. Так что вот такой вот у меня плотненький завтрак. А это они в другу мне что ли собирают? Кажется, что да. Аква де Панела — это вот этот, который... Ну, не сок тростниковый, это когда вот они его сначала рефинировали, а потом его разводят. С водой. Они его тут считают очень энергетически богатым на витамины и минералы. Вот поэтому они не в дорогу максимально тару заправляют. Разница у меня между сейчас моей точкой и следующей как раз километр. 40 километров дистанции. Так что, думаю, 1200 где-то набора в высоте будет. Предлагали мне с ними на автобусе поехать. 40 километров? Это почему всего лишь 40? Потому что там как раз следующий городок идет, областной центр. И я там хочу остановиться в гостинице, но слишком много. Сейчас уже почти полная карта памяти с видео. Все, пришло время прощаться. Чао. Mucho gusto, muchas gracias. Все, поехали. Отлично, неожиданно, так хорошо провел у людей время. И уже на границе с... Вскоре 150 километров до Эквадора осталось. Так что Колумбия молодец. Выполнила хоть какой-то план минимум по коммуникациям с людьми. Местным населением.